Всем привет. Братья давно просили сделать им челлендж. Слово такое заморское, я не знаю, что это значит, но мы им сделали. Значит, таким образом. Сейчас завяжем им глаза, заткнем нос. Заткнем нос. Вот им приготовили, получается. Первый у нас, это у нас яблочный сок. Второй у нас чесночный. Морковный, виноградный, это у нас огуречный рассол соленых огурцов, это у нас луковый, и вот это у нас капустный сок. Сейчас завяжем им глаза, заткнем нос, будут по очереди угадывать, угадают или нет, дойдут ли до конца, так называемый бронепоезд. Я буду говорить. Итак, челлендж начинается. Братья, заходим. Давайте. Первый. Да, стой, руками не машите. Стойте, все. Все, стойте на месте. Сейчас мы кто, кто первый будет? Давай, кто первый будет пробовать? Я. Давай, число говори. Число какое говори? От 1 до 10. Девятка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На. Так. И должен угадать, что это. Давай. Нет, пей. Пивни так. А Егор-то слышит, он потом скажет. Ну так а он цифру другую же будет говорить. Давай. Да не бойся. Мы же траву не дадим тебе. Ну. Ну пей. Да, каким-то капустой пахнет. Ну. Давай. Так ты зачем нюхаешь-то? Я не буду так! Так это же челлендж! Ты отгадал, что это? Три. Итак, мы продолжаем свой наш челлендж. Это у нас был... Какой это у нас был? Это что у нас было? Чеснок. Так, дальше теперь следующий. Цифру называй. Цифру как Егора. Давай. Илья стоит, число ждет. Число от 1. Пятое. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, твоя задача угадать. Чуть-чуть пригубливай и угадывай. Только давай. Не срывайте шапки. Ну. Ну. Не знаю. Не угадал. Надо, еще давай, попробуй. Илья нажимай. Илья нажимай. Илья. Илья называй. Два. Два. Раз, два. На. Давай. Ты тут давай угадывай, что это. Ну. Ты не посмотри. Давай, по-нормальному. Фу, воняет. Морковный. Правильно. Угадал. Давай, Егор, теперь называй. Нет, так а ты... Да уйдите! Ты голову не поднимай, вот так держи ее. Цифру. Цифру какую? Седьмую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Раз. Где? Сейчас дам. Давай. Да пить тебе. Что это у нас? Апельсин. Нет. Нет. Еще? Еще. Что это у нас? Яблочный. Правильно. Это был яблочный мусс. Все, так стой. Стой! А что, вкусный? Давай. Давай, Илья, называй. Вот так. Первое. Давай. Да блин, только не говно. Давай. Да какое говно? Давай. Ты что говоришь? Голову. Только попробуй это. Ну давай. Чеснок там. Какой чеснок? Чеснок ты уже пил. Ну все-то не пей. Все-то не пей. Яблоко. Нет. Яблоко же. Нет.
Дай-ка еще. А это что? Еще. Недолго что ли ждать? Ну? Чуть-чуть попробуй, чуть-чуть, только и горки надо тоже оставить. Ну, он что там все допивает? Банан. Нет, все, ты не угадал. Всё, давай, Егор. Давай. Где? Ну, так ты цифру-то называй. А. Ну, давайте быстро. Подожди. Третье. Раз, два, три. А ты что? Ну, давай. Да честно, я... Ну! Да ты что так долго? Тянешь кого-то. Фу. Что это? Не знаю. Говно ходит. Ватку бросила, да? Нет, это же ватка выпала. Нет, это нормальная. Вкусная даже. Да? Ну, который Илья пил, не угадал. Полстакана выпил. На, еще пробуй. Ну? Че, вы не можете угадать, что это? Тыква? Нет. Ну ты говори, какой вкус. Сладкий, горький. Какой вкус сейчас? Сладкий. Цепил? Сладкий. Что это такое может быть? Что яблоко. Напоминает? Уже стакан допил. Все, не могут угадать все, не это. Могут. Давай мы скажем, Илья же тоже пил уже. Все. Виноград. Это был виноградный сок. Виноград. Давай следующий, Илья, называй давай, цифру. Давай. Что мне выкладывать? Называй цифру. Три. Раз, два. Вот так вот. Это мной, Илья. Вот так вот. Вот так. На. Да. Чего он совпадает? Ну. Давай. Челлендж продолжается. Давай. Я... Это чеснок. Нет. Нет, чеснок кончился. Ты его на пол весь вылил. Ну? Лук. Я говорю, пей. Лук. Я говорю, пей. Да я чувствую. Ну, язычок макни туда и угадай. Может, мы края намазали? Может, мы специально намазали края луком? Ой. Ну, палец макни, да в рот. Может, я съеду? Нет. Пит! Это папа пил. Чеснок. Да? Нет. Куда? Че, не угадал? Давай следующий. Ну, все это убрать. Нет, ну все ставим обратно. Давай. Десятое. Давай. Десять. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На, подожди, сейчас разболтаю. Что нас застыли? Апельсин. Нет. Лимон. Не угадал. Эй, стой. Яблочко. Да. Да. Все, его убирай. Этот-то не отгадывал уже еще. Ну, извини, его убирай. Все, теперь называйте цифру от 1 до 5. От 1 до 5. Один! Нет, ты уже был, Илья. Давай, говорит. Илья. От 1 до 5, любую. 5. Давай. Держи. Ой. Пошел, да. Морковный. Угу. Угу. Егор говорит. Егор, от 1 до 5. 1 до 5. Угу.
4. Держи. Держи хорошо. Вот здесь вот держи. Держишь? Да нет. Да у тебя нос закрытый. Давай. Ну давай. Ну. Что это? Ты угадывай. Ну хватит сейчас без ползы плюет. Ты что плюешь ты? Что это такое? Ну? Что это такое? Это что такое? Что это за бодяга такая? Еще будешь пробовать? Нет. Давай, Илья, от 1 до 5. Давай. 4. О, 5 это Илья. То самое. Илья, это то самое. Угадывай. То самое. Ты что, больше? Давай. Ну, так что вы как тянете эту резину? Что это? Что это такое? А? Не знаю, да? Ну? Ну что похоже? Ну, вкусно же. Какое оно? Горькое. Соленое. Соленое. Что это такое может быть? В теплице растут. Огурцы. Огурцы. Да. Угу. Что это значит? Огуречный. Рассол. Так, и теперь давайте... От 1 до 5 говорите. Нет, давайте вот сейчас вот, раз осталось всего два бокальчика, значит, первый называет цифру, берет бокал, и второй берет второй бокал. Первый. Ты первый, на, давай ему, а это Илье. Подожди, разрешаю сейчас, Егор? Илья, на, давайте не подсматривать, по-нормальному, давайте, крайний челлендж. Все, теперь вкусняшки остались. Морковь? Ну. Да что ли? Да, еще стакан. Теперь угадай это что? Вы так и не можете это угадать. Ну. Капуста нет. Ну пробуй. Капуста? Да. Свежая капуста, сок из свежей капусты. Да, понял. Все у тебя болтается. Все, снимаем маски. Ну как вам челлендж? Вы уже просились? Челлендж. Сами как-то вот. Сами-то как-то пробовать-то не решается. Давайте. Все. Давай, мамы. Опа! Все, братья Челиканы челлендж прошли. Какой Челикан?